И всем привет любителям полетать. Это игра Skydraft, Skydrift, точнее, извиняюсь. Наткнулся я на нее совершенно случайно в Стиме. И давайте-ка посмотрим, на что эта игра способна. Компания, туториал, стейдж. Давайте стейдж первый сразу выберем. Что у нас здесь? Ну, давайте обычную карту выберем. Так, у нас здесь есть различные самолеты, которые нам надо открывать. Я почему-то хочу выбрать сразу же вот этот. Так, стрелочки S и V. Я все понял. Стрелочки V и S. V и S. V и S. Ну, давай полетаем. А как стрелять? Воу, извиняюсь. А как стрелять-то, ребят? Все, понял. Пробел стрелять. Ты от меня не уйдешь. Я пилот еще тот. Я самый главный стелс-пилот. Так, тихо. Опа-на, разряд. Ни хрена себе, это типа этот, блядь. Я горю, ребят. Мина, сука! Ты меня подорвал? Стоп, это же... Это же современные механоиды, только на самолетиках. Помните, на канале мы не так давно механоидов проходили? Крутяк вообще. Ты смотри, что сука творит, а? Он у меня все отобрал. Ёпа мать. Так, хорошо. Первый круг пройден, и мы пятый из восьми. Ты, сука, починку забрал. Ты смотри, все отбирает. Блять, у меня все отбирают, ребята. Это дискриминация какая-то. Хорошо. Ты меня просто бесишь. Ох, бля, ты меня тоже бесишь. Так, мы вторые, ребята, мы должны с вами пройти. Напоминаю, что это первый взгляд на игру. В нее можно играть вместе по сети. Мультиплеер, кстати, можно опробовать попозже. Мы первые. Сразу отключим все дистанции. Смотри, что сделал, а? Мины понаставили ребятам. Ну, они знают, с кем они связались. Просто со спиди-гонщиком. Спиди-гонщик всех уделает. Игра просто отменная, я хочу сказать. Ты смотри, что творит, а? Но мы вторые. Второй — это не проигрыш. Угу. Скин какой-то открыли. Ч
Что за скин-то хоть? Скину первого самолета. Ну давай полетаем, детка. Давай уделаем этих наглых охламонов. Ракета пошла. Ракета пошла. Я уже придрочился. Ракета по... Я долбоёб. Я дурачок. Я не спиди-гонщик. Вау! А чё такая скорость-то бешеная? Так, тихо. Тихо, тихо. Починка. Починка, починка, починка. Ракеты возьмем. Ой, пробили мне крыло. Ракеты, ракет, сука. Меня просто вынесли. Меня просто вынесли. Так. На меня тоже электричество подействовало, да? Пошел нахрен. Я хочу быть первым. Первым на первом канале. Шучу. Я не хочу попасть на первый канал и надеюсь никогда не попаду туда. Я лучше останусь на своем родном YouTube канале. Где показываю вам всякие необычные игры. И олдскульные игры тоже проходим. Ребята, игра-то прикольная. Слушайте, наверное, мы ее постримим с вами. Я думал, типа так, на один раз проходняк похожу, покажу вам, но я думаю ее постримить. Как вам идейка? Как вам идейка? Идейка, индейка. Мы в смысле, мы опять вторые. Ой, пошел нахрен, а. Ой, пошел нахрен, пошел в жопу. Как нам того уделать? Ни хрена он учесал. Ни хрена он учесал. То есть, подожди, здесь режим форсажа есть? Ребята, здесь режим форсажа есть. Вы прикиньте, я дебил. Вы такого дебила часто встречали в играх? Который понимал, что здесь форсаж есть. Да мне управление не показывали, что здесь есть форсаж. В смысле, меня обманули. Это дикая дискриминация вообще конкретная. Пошел нахрен. Воу, куда я попал? Не, ну быть вторым не так уж и плохо. Опять скажу, повторюсь, да? Быть вторым — это круто. Ну, сука, ты мне не нравишься, то, что ты меня так обгоняешь конкретно. Ага, ты думал, я на мины напорусь? Не тут уж было. Ты смотри, а? Сука, не успел. Ну, вторым быть — это не так уж и плохо, понимаете, да? Здесь мы ничего с вами не открыли. Какой-то значок открыли. А что это такое? Ну ладно. А можно попробовать мультиплеер?
Так, я понял. Давайте кому-нибудь присоединимся. Тоже ни хрена это не то. Так, мультиплеер никто не играет, что ли? Плеер матч. Сурвайвор. Ребят, мультиплеер никто не играет. В общем, вот такая вот игрушечка, вот такой вот взгляд. Думаю, мы ее постримим с вами. Если же вам она зайдет, напишите коммент, как вам игра. Очень буду ждать вашего мнения. Вот такая необычненькая игра. Всем пока, до новых встреч. Будем искать дальше для вас необычные игры. Всем пока-пока.